Иозазапа славно, имя Господне будет, имя Господне благословенно, отныне и до века. Достойно есть всякого истину вложить и тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу тебя величаем. С праздником, дорогие! Ну, хоть видишь, как мы. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже, на слава тебе, Царю Небесную, утешителю души истинной жизни, детства и все исполняй. Согнувши благих и жизнеподателю, приди селесевны и очисти на всякие скверны, и спаси, блажи души наши, святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помил нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу на непрестанные веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу на непрестанные веки веков. Аминь. Отче наши жизни на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого плод, это недоумеющий сеять и молитвы голодицы грешни приносим. Помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, надея поповахом, не прогневайся нам и зело. Ниже помяни беззаконие наше, но призрение неко благотробен. И избави нас от враг наших, ты бысь Бог нашим, люди Твои, себе руку Твою имя Твою, призываем на непресно веки веков. Аминь. Мясердие для отверзи нам, благослови. Вселенная Богородица, надеющаяся на тебя, не погибнем, но да избавимся тобой от бед, тобой спасения рода христианского, по пречистому образу твоим поклоняемся, благи просящие прощения и прегрешения наших Христе, Божия воля, бо благоволилась и плоти взыти на крест, да избавишь, что создался тобой в ражете, благодарствуя пением тебе радости, исполнился, спаси наш души, да спасти мир, милосердие сущий источник, милости, сподоби нас, Богородица, признанная на людей, что грешишь, века без сил, ты на тебя побывающий, радуйся и пением тебе, кажи некогда, говорил бесплотно, как архистрати Господу, помолился, Господи, помилуй. Простите, отцы, братья и все. Простите нас, Дон, Господин, Кирхи, Римон, Кирфилата, Испалати, Деспота, Испалайте, Деспота, Испала, Эти, Деспота. Благословен Бог нас всегда на непрестанно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сеяся исполняй. Сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всяких скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава остается, и наисто тага Духа ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду, внемли вопли моему, прими мольбу из уст милостивых, от твоего лица сосуд, где да изыдет, сосредоточит и на правду. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел. От мыслей моих не отступает уста мои, в делах человеческих по слову, что их я хранил себя от путей притеснителя. Утренние шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, Спаситель, бывающих на тебя, от противящих десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыла твоих. Укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключили стуки своим, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скинву, сидящим в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не зложи их, избавь душу мою от нечестивым мечом Твоим. Отведи рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешься сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты, и оставят остаток детям своим, а я вправде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Тебе, Господи, нашу душу мой, Боже мой, на Тебя уповаю, да не послужусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день, вспомни щедрота Твоей, Господи, милости Твоей, ибо они от века. Грехов, юности моих, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути, Господи, милости и истины, хранящим завет Его, откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его приводит во благо, и семя ее наследует землю. Тайна Господня боящимся Его, и завет Он открывает им, очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои, призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен, скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих, призри на страдания мои, на изнеможение мои, и прости все грехи мои, посмотри на врагов моих, как можно, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня, сохрани душу мою, избавь меня, да не прослужу, что я на Тебя уповаю, не порочность и правота да охраняет меня, ибо я на Тебя надеюсь, избавь Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих и зла беззакония мои. Многократно мой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому совершил я лукавый пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь мне явил мне мудрость Твою. Покропи меня и сопом буду чист, омой меня буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуйся кости Твои сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь Тебя беззаконие мои. Сердце чистое сотвори мне, Божий Дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего Духа, Твой святого огня отнимет меня. Возврати мне радость спасения Твоего Духа, владычества, внутри меня. Научу беззаконных путям Твоим нечестивее к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Язык мой схвалит правду Твою, Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, отдал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы, правда, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь Твое тельцо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори держал мышцы своей, Господь, попра смертью и смерть. Первенец мертвых быть, чтиво адово избави нас, и подати мира веверию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, не отпит во страдании своим венец, прият нетленный Тебе Бога нашего. Имея Бог крепость Твою, мучители не сложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спасти души наша.
и ныне и присно веки веков. Аминь. Богородица ты еси, лоза истины, возостишена, плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостола, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дне, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесах и на земле. Хлеб наш насущный, дай ждем дней, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Воскреслось и днесь из гроба щедрый, и нас возвелось и от врат смертных. Днесь Адам ликует и радуется Ева, копи же и пророчество прячет, распевает непрестанно божественную державу власти Твоей я. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божием, долго терпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешное милое, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наших час всей молитвы и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и в разуме преступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Высшее, сущий Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Преосвященнейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, отчести Держителю, Господи, Сыне, и народный Иисусе Христе, и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и имей же весь и судьбами, спаси меня достойного, раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня и силой Твою суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим, истину Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед и на врагов моих смотрела, око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стеною в горести моей смущаюсь от голоса врага, от притеснений нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие, в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы, успокоился бы. Далеко удалился бы, оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Раздрой, Господи, раздели языки, Тебя вижу, насилие растри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам Его, злодеяние, бедствие посреди Его пагуба. Обман и коварство не сходят с улиц Его, ибо не враг поносит меня, это перенес бы. Ни ненавистник мой величается надо мною, от него и укрылся бы. Но Ты, который был для меня, тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий.
Да найдет на них мир, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же возову Бога, Господь спасет меня. Вечером и утром и полдень буду молять и отъять, и он услышит голос мой. Не сбавит мне душу, но то поющий меня, и дает много у меня. Услышит Бог, и великий, как я поднимусь, и потому что я не перемен, и не боюсь утра. Но кто-то лучше, что на тех, которые не имели, но уже той слой. Устает мягким от потерты их врага. Слова их не верили, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы, и он поддержит тебя, никогда не даст он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не зведешь их кровь погибели, кровожадные, коварные, не доживут и до половины дней своих, а я на тебя, Господи, уповаю. Живущий под трон Всевышнего, последнего всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими синит тебе под крыльями его, будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, выходящие во мраке, заразы опустошающие полдень, падут подле тебя тысячи, десять тысяч, десную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивые. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе злой язвы, не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедайте тебе, охраняя тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей, у нас, и Василиска наступишь, попирать будешь и льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне, и услыши его, сними я скорби, избавлю его и прославлю его, долготой не насыщу его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державу, мышцою свою, Господь. По просмертию смерть, первый не смертью быть, и чревадово избави нас, и подади мирови велик вас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие, наставниче, благочестие, учителю и чистоты, и вселенное святилище, монашествующее, богодухновенное удобрение, Максиме премудрие, учение твоими вся просветилась, ценицы духовные, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, ты и же тебе родшегося моли, Богородица Деву. Много поможет моление матерней, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы, и все чистое, яко милостив есть, и спасти моги, и же страдать и о нас изволиви. Скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко в нищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни, и все остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Твоя, Сына и Святого Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Воскрес и седнись из гроба щедрее, и нас возвелось и от врат смертных. Днесь Адам ликует и радуется Ева, купежи и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу, власти Твоей я. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже,
долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завейка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в чай сей молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры. И в разум неприступное Твои я слава, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, Преосвященнейший Владыко, благослови. Владыки нашего Господи Иисуса Христа, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Божий Господи, силы все твои содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородности Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслави на спасение рода нашего и Сына во Христом рукописание грех наших растерзавый, и победил тебе начало и власти тьмы, и сам Владыка человеколюбчая, прими над грешные и благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых прав. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших колеса или помышления лукавствия, но любовь Твоя уязвит души наши за Тебе, всегда одирающие, и же Тебе света наставляем. И здесь неприступно и присносочно воздрящее света непрестанно, и Тебе исповедание благодарения высылаем безначальным Отцу с единородным принципом, и все святым и благим и прящим Твоим Духом, ныне и приветствуйте, Господи, высокопреосвященнейший Владыка. Благослови Бог нас всегда, ныне и присно. Дай праздник Ваше, да поменет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда. Господу помолимся, тако да просветится свет Твой пред человеки, я, когда видят добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесех, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Он Господин Керхири, Имон, Кирил, Пилат, Испала, Ты Деспота, Испала, Ты Деспота, Испала, Эти Деспота. Благослови, Владыко! Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Миром, всего мира, благостояние Зеле Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всем праведникам с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вон, Господу помолимся. Господи, помилуй. Наши святейшие патриархи Кирилле, и о Господине нашей высокопресвященнейшей митрополите Иларионе, Господине нашей высокопресвященнейшей митрополите Сергии, честине пресвительства Христе диаконстве, о всем прищте и люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Не наши и властех, и воинстве, и я, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ради сердца, как ради стране, и верою живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Изобилие плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Умывающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь от нас, от всех
Господи, помилуй. Да суми, спасибо, милый, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Так подавай Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Помолимся. Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава и Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Благоустрят,
тебе, Царство Небесное, блажени всегда поносят вас. И жену ты, Отце, за благом на выжущий мне ради. Радуйтесь и веселитесь, я вам за ваше много небесе. За 40-летнюю непорочную службу Церкви Божией народу православному протоиерей Яким Лапкин удостаивается право ношения наперстного креста с украшениями. Аксиос! 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 Благословен ход святых твоих всегда на небесно и во веки веков. Премудрость прости, придите поклонимся и припадем ко Христу. Поклонение православие, наставничье, благо.
Благочестия учителю и чистоты, вселенную светильничем множествующим Богу вдохновенное удобрение. Максиме премудрый учими своими все просветил еси, зенице духовная, моли Христа Бога спасися душам нашим. Ученик твой, Господи, не офиль, во страдании своем и нет приятных или от тебе, Бога нашего, имей его крепость твою, мучители не сложи, сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наши. Троице, Рочителя и Великого Максима, научающая ясно вере божественней, еже славите Христа в одной естественной поле жизни сущо, песник достойных вернее и почти взывающих. Радуйся, проповедниче веры, и ныне присно и во веки веков аминь. Воскресенье дни сестрова щедри, и нас возвелися от рассветных. Днися нам ликует и радуется Ева, кухижи и пророцы с патриархи воспевают непрестанно. Божественную державу власти Твоей, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые. Господи, спаси благочестивые. И услышины. И услышины. И во веки веков. Боже, и вижди, и посети винограды сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя. Святый Боже, святый крепкий, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй. Святый, бессмертный,
Твоим. И Духа и Твоему. И мудрость. Прокимен глаз третий. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Прокимен глаз четвертый, святым и же суть на земли Бог, удиви Господь вся хотенья своя в них. Тимофею послание святого апостола Павла чтение. Чадо Тимофея, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Братья, святые все верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке. Умирали от меча, скитались в милостях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесною престола Божия. Мир тебе! И Духове Твоему! И мудрость! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На тебя, Господи, уповаю, да не постыжуся вовек. Защитителя и дом прибежище, еже спасти мя. Заходите, ворота, заходите, аллилуйя. Благослови высокопреосвященнейший владыку, благовестителя, святого славного апостола и евангелиста Луки. Бог молитвами святого, славного и всехвального апостола и евангелиста Луки, да даст тебе глагол благовествующему силу и много во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего,
и Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. Мир твоему. От Луки святого Евангелия чтение. Проходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал: «Сыне Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот прошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя его, воздал хвалу Богу. И, сойдя с ним, стал он на ровном месте, и множество ученик его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и поморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелитеся от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись, и весь народ искал прикасаться к нему, что, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи своих на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, яко бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Слава тебе, Господи, слава тебе! Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся о великом господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Иларионе, и о господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Сергии, и всей во Христе братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и это тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о братьях наших, священницах, священномонасях и всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных и создателях святого храма сего,
и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. О Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу и Спасителю нашему, еже сохранить в единении и правоверии Церковь православную во всем мире, пребывающей, даровать ей мир и безмятежие любовь и согласие Отцем все, Господи, услыши и помилуем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже благосетным и милостью презрите на Святую Церковь Православную и сохраните ее от разделения и расколов, от вражды и нестроений, да не умалится и не поколеблется единство ее, но да славится в ней Тресвятое имя Твое, Отцем все, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, исцелении грехов, рабов Божиих, братьев и святаго храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всяку милостивый человека любит Бог, еси и Тебе славу отсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Повелицы милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, архиепископа Максима, протоиерея Иоанна, рабов Божия Владимира, и все изденыни нами поминаемых вождей и воинов жизнь свою за веру царя Отечества на поле брани положивших, и всех от века приставшихся праотец, отец братий, и сестер наших дирижащих, и отсюду православных, и воежи проститеся им, всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И охота Господь Бог помилует души их, иди же праведней упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христа бессмертного царя и Бога нашего просим. Дай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко Ты неси воскресение, живот и покой усопших раб Твоих, всех сделанных нами поминаемых, праотец, отец, братья и сестер наших, всех вождей и воинов православных на поле брани, за веру Отечества живот свой положивших, темницы гонений, заточений, горьких работок скончавшихся, от язык безбожных еретиков, отступников умученных, и всех православных христиан от века приставшихся, преснопамятных, архиепископа Максима, протоиерея Иоанна, протоиерея Михаила, Владимира, Иоанна Мила Григория Георгия Мария Анастасия, Анисия Сатурната Мила Григория Петра Гостя, и всех сродников наших, от века приставшихся, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Помолитесь о глашении, Господи, верь. Господи, помилуй. Блаженных помолимся, да Господь помилует и огласит. Господи, помилуй. Истинное открытие Евангелия правды. Господи, помилуй. Зайди ниже святей своей соборной апостольской церкви. Господи, помилуй. Помилуй и сохрани, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы вашей, Господи, преклоните. Тебе, Господи.
да идти с нами от пресной имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресной, во веки веков. Аминь. Оглашение изыдите. Оглашение изыдите. Оглашение изыдите. Да никто от оглашенных и лицеверней, паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мудрость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящих в огонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. В благостоянии святых Божиих, в церкви и соединении всех Господу, помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу, помолимся. Господи, помилуй. Отступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И мудрость. Я куда под державою Твоею всегда храними, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Yeah.
Великого господина отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха, Московского и всея Руси, и свято Троица Сергия и Лавры, священного архимандрита, и господина высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Нью-Йоркского и Восточноамериканского, первоиерарха Русской зарубежной церкви, и господина, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерей, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеский чин и притча церковный, создатели, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, всех где предстоящих, поющих и молящихся, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ее, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Просим, дай, Господи,
мир, на верных наставников, хранителей души телес наших у Господа просим. О, дай, Господь, прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. О, дай, Господь, добрых и болезненных душам нашим и миром мирами у Господа просим. О, дай, Господи. Прочее время живота нашего в мире, покаяние скончать у Господа просим. О, дай, Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, недоброго ответа на страшный судище Христове просим. О, дай, Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Народного Сына Твоего, с ним же благословенный Сиса, пресвятым и благим и житворящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Мир всем и Духом Твоего. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы. Отца и Сына и Святого Духа, Троица единосущную и нераздельную. Двери, двери премудрости вон мне. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым и всем и невидимым, ибо единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех лет, света от света Бога, истина от Бога, истина, рождена не сотворена, единосущна от Отца выше, нас ради человека нашего, ради спасения шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и во человечества, распятого же за мне при Понтийце Пилате, и страдавшего и погребенного и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славим оглаголошего пророки, воедино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом, вонмем святое возношение, мире приносите. Милость мира жертву хваления. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Имеем сердца и Бога Господу. Благодарим Господа, достойный и праведный. Достойный и праведный есть, поклоняйтесь.
Шестокрылатые, многоочитые, возвышающиеся пернаты. Победную песню поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Свят, 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 Господь Саваоф, исполни небо и земля. Славы Твоею, Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне, Осанна Вышний, Осанна Вышний. Примите, едите, сие есть тело мое, еже за выломимое, восставление грехов. И вернемся, я есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая, восставление грехов. Твоя, от твоих, тебе приносящие, во всех и за вся. И готовим. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, Пресвятая Богородица. Достойно и всякого истину, блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим, и славнейшую без страны.
Безвестение Бога Слово Божию, сущую Богородицу Тя величаем. И все, и все. Первый помяни, Господи. Господи, великого господина, отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха, московского и всея Руси, и господина, высокопреосвященнейшего Кирилла Ориона, их же даруй святым твоим церквам, вере целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово твое я истины. Помяни, Господи, господина нашего, высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского, Алтайского, и Божедару святым, тем церквам мир и целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твое истины. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, приносящего святые дары сия, Господи Богу нашему, о великом господине отце нашим, Кирилле, святейшим патриархе московским и всея Руси, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, и о всем священничестве и иночестве чине, о богохранимости не нашей, о властях и воинстве ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочтением и страхом Божьим труждающихся и служащих, о исцелении в немощих лежащих, о спине слабе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и о ежегиждо помышлении и мать, и о всех и за вся. Нам единими уста, единим сердцем славите и воспевайте пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, и Иисуса Христа со всеми вами. Святые, поминувши паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О принесенных и освященных честных дарях Господу помолимся. Господи, помилуй. Якуда человека любит Бог наш, прием его святые, пренебесные и мысленный свой жертвенник, во нем благоухание духовного, вознес после там божественную благодать. И дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Откупи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Совершенно святомирно и безгрешно у Господа проси. Подай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души, телес наших у Господа проси. Подай, Господи. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа проси. Подай, Господи. Ночи время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа проси. Подай, Господи. Христианские кончатия
пучины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи! Соединение веры и причастие Святого Духа, испросившее сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Подоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно, смейте призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благо Твое царство, силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем! И Духом Твоему! Вы, ваше Господи, преклоните! Тебе, Господи! Благодать и щедрот имеет человека, любим есть народного Сына Твоего, с ним же благословен есть Святым Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков! Из полного собрания сочинений протоиерея Иоанна Кронштадтского. В нынешнем Евангелии, возлюбленные братья, говорилось о чудесном исцелении Иисусом Христом одного слепца в городе Иерихоне. Этот слепец имел сильную веру, что сын Давидов, как он называл Иисуса Христа, непременно исцелит его от слепоты. И когда на его вопль «Сыне Давидов, помилуй меня!» проходящие мимо него говорили ему «Замолчи!», он еще громче стал кричать «Сыне Давидов, помилуй меня!». А громко он кричал, потому что Господь не близко от него находился, а был на довольно далеком расстоянии. Господь остановился и велел привести слепца, и когда тот подошел, спросил его «Чего ты хочешь от меня?». Он сказал «Господи, чтобы мне прозреть!».
Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. Весь народ, видя сие, воздал хвалу Богу. Величайшее чудо одним словом – прозри. Господь избавил человека от слепоты, сделав его очи совершенно ясными. Счастлив слепец, блажен он невидящий и веровавший, ибо вера спасла его. Но вот что странно. Отчего люди зрячие, как то книжники, фарисеи, священники, это так называемые на современном языке интеллигенции, отчего эти ученые, знатные, еврейском народе не веровали в Иисуса Христа, как Мессию, как Бога человека, как Спасителя человека. Ведь они видели своими очами чудеса Его, своими, не чужими, только ушами слышали божественное Слово Его. Эти вопросы сами собою наводят нас на то, что кроме слепоты телесной, есть во многих и многих людях слепота душевная. Слепота неестественная, произвольная, которую проще всего можно назвать самодурством и самопомрачением. Такая слепота добровольная царит и в наш высоко преосвященный век, как век цивилизации и всякого рода прогресса. То есть шагание вперед и вперед. Этой духовной слепотой болеют и простой народ, погруженный во мрак и бездну, закрывшие очи, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать истины. И в особенности люди ученые, даже высокоученые, по мнению света, и люди богатые, увлекающиеся ученым бредом и ослепляемые своими собственными порочными наклонностями. Они, эти ученые, на место веры и церкви поставили человеческий разум. Разум столь близорукий, омраченный страстями, что и два разумевает то, что на земле, и с трудом находит то, что под руками. Премудрый Соломон, 9:16. А что в духовном царстве Божие, о том и понятия не имеет. Они верят во все знания и могущество человеческого разума, верят беспрекословно его изыскания, хотя эти изыскания весьма часто бывают явно ошибочны. Не верят Слову Божию, говорят вопреки ему, отвергают очевидные истины, возвещенные в Слове Божием. Бессмертие человеческой души и загробную жизнь они считают ненужную церковь с ее божественным учением, богослужением, таинствами, священноначалием. И мало ли что еще, о чем и говорить не следует с этого места. Да что еще? И новую, иногда очевидную историческую истину, принятую Святой Церковью, выворачивают наизнанку и говорят вопреки церкви и самой истории, называя черное белым, белое черным, горькое сладким, а сладкое горьким. Есть множество таких мудрецов века сего, которые считают вовсе бесполезным ходить в церковь и весьма полезным и нравоучительным посещать театр, которые считают потребностью читать светские дневники или книги, в которых пишущие лукавство пишут. Но не считают долгом взять в руки Евангелие, почитать его, чтобы узнать волю своего Спасителя, проникнуться его духом, оживить души его обетования, о воскресении мертвых, о суде, о вечной жизни, о вечных муках. Есть умники, которые знают много по разным наукам, но не знают, никогда не изучали самих себя, не учились науке удаляться от страстей, воюющих на душу, распинать плоть со страстями и похотями. Есть приобревшие, накопившие великие богатства, но не научившиеся приобрести Христа. Вот слепота, слепота тем ужаснейшая, что одержимые ею не хотят и думать, что они слепы, а считают себя зрячими. Избави Бог всякого христианина от такой слепоты. Такой слепоты часто нет исцеления, потому что ученые-слепцы бывают заражены неисцельной гордостью, не допускающей, чтобы кто-либо правильнее их мог говорить о том, что они утверждают. Вот таковы были современные Иисусу Христу книжники, фарисеи, первосвященники. О, если бы эти ученые пришли к смиренному убеждению, которому пришел один древний мудрец, сказавший себе: «Я знаю лишь то, что я ничего не знаю. Ибо что значат все наши познания научные в сравнении с тем, чего мы еще не знаем, чего еще и око не видело, и ухо не слыхало, и на сердце не человеку не приходило? Ничто. И то, что мы узнали своим умом, есть далеко не существенное для нас знание. И мы наичаще не обладаем существеннейшим из знаний, обладая, так сказать, осколками знаний и то кажущихся таковыми. И что узнали, то узнали при свете христианской веры.
расширивший кругозор всех человеческих знаний. Но есть еще какая слепота, кроме слепоты гордой учености? Это не любовь и ненависть к ближнему. Святый апостол Иоанн Богослов говорит, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме входит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 1 Иоанна 2.11. Эта слепота бывает во всяком звании и сословии людей. Тоже ужасная слепота. Человек ненавидит подобного себе, свою природу, своего брата, своего сочлена, согражданина, члена Христовой Церкви, подверженного, как и сам он, немощи грехам, братья мои. Надобно грех, один грех ненавидеть, а брата своего, соестественного, своего, сочлена своего и Христова должно любить и его беречь, как себя. С ним делиться благами земли, которые от благого Бога даны всем, а не нам одним словом. Носить тяготы друг друга, ибо таким образом исполнится закон Христов. Галатам 6.2. Христе, свете истинный, просвети нас всех светом разума святаго Евангелия Твоего, и належащую мглу наших разумов и сердец разжени. Веруем, молим Тебя. Аминь. Страхом Божьим и верою приступите. Благословен это его имя Господне, Бог Господь и явился нам. Верую Господи и исповедую, яко Ты еси, воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедую в мир грешное спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, и сие самое нечистная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй я, и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия меня неосужденно причаститеся святых Твоих тайн, Господи, восставление грехов моих и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные, дни Сыне Божий причастниками приими. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание тебе дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царствии твоем. Да не в судали во осуждение, будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела причащается, раб Божий. Миром, восставление грехов, причащается, Христос, примите, и все.
же люди Твоя и благослови достояние Твое. Видимо, святые сыны, приехал Духа Небесного, а притока веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, того нас спасает. Всегда, ныне присно и во веки веков. Сподобились и нас причастить и все. Святый Твои Божественный, бессмертный, животворящим тайном, соблюди нас во Твоей святыне, весь день поучайтесь о правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй, помилуй, сохрани нас, Господи, помилуй, совершенно в мире небезгрешен, спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Изыди. Имени Господне, помолимся. Господи, помилуй. Благословляй благословящая Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающая, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, освяти любящую благолепию дома Твоего, и тех воспрослави божественной Твою силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир мирови Твоему даруй, церковь Твоим священникам воинствуй всем людям Твоим, яко всякое даяние благо. И Тебе, и всяк дар совершенствуйший есть, ходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных всехвальных апостолов, святителя Макария, преподобного Макария Алтайский, священномученика Иакова Барнаульского, святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святителя Николая Чудотворца Мирликийского, и же во святых преподобного Максима Исповедника, преподобного Максима Грека, мученика Неофита, мученицы Агнии, преподобного Анастасия Исповедника, священномученика Исаии, Илии, пресвитера. Их же и память ныне совершаем. Святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны. И всех святых,
помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Великого Господина нашего и святейшего патриарха Московского и всей Руси, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Нью-Йоркского и Восточно-Американского, иероэрарха Русской православной зарубежной церкви, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, Бога хранимую страну нашу российскую, власти и воинство ее, всех здесь стоящих и молящихся, и всех православных христиан, Господи, сохрани на многое лето, и спала эти деспота. Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подать, Господи, рабу Твоему протоиерею Иакиму, настоятелю святого храма сего, и сохрани его на многое и благое лето. Отцы, братья и сестры, поздравляю вас с праздником воскресного дня, воскресный день, день Божий, день седьмый, Господу Богу Твоему, по заповеди мы посвящаем Его Богу молитвою, добрыми делами, богомыслием, не козлоголосованием и пьянством по апостолам, но во псалмех, пениях и песнях духовных надлежит проводить этот день. Ну и, конечно же, в этот день мы с вами вспоминаем о том, что отец Иоаким 40 лет уже стоит у престола Божьего, совершая служение, на которое его призвал Господь. Ибо никто не приемлет сам собою чести, но только званный от Бога, как и Аарон. И вот вы тоже, священство, дар приявший 40 лет, это много для человеческой жизни. И, конечно, годы разные бывают. Бывают и урожайные, и засушливые, и невзгоды всякие. Но все это наша жизнь. Она мало-помалу, истощая наши естественный запас жизни, приводит нас к окончанию, к переходу в жизнь вечную. И в этом нет ничего трагичного. Хотя печаль, конечно, присутствует о ушедших годах, о молодости. А с другой стороны, жизнь, она ведь утомляет человека. И когда кто исполнен многих лет, то он уже исполнен и многих трудов и болезней. Как и сказано, человеку 70, а еще в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь. То есть большинство из них труд и болезнь. Так что и вы, отец Иоаким, прошедший такой долгий путь, не просто прожить жизнь, даже мирянину, как многие вот ребята молодые, вот я хочу жить как все, да? А как все не получится. У каждого стезя своя, сказал поэт, что шипя мне бросил из меня, у каждого стезя своя. Но я-то знал, что так нельзя жить, извиваясь и скользя. Вот. Поэтому мы с вами должны не по-змеиному идти, а прямо ходящего так. А то, как Левиафаном можно извиваться,
и мимо Царства Небесного. У вас путь прямой, непреткновенный, служение Богу и людям. Это очень показательно, и для примера нужно обязательно каждому вашему прихожанину, вашим духовным чадам, и устремлять свой взор на ваше такое благоуветливое житие. Ну а сегодня, в память об этом событии, я хотел бы преподнести вам в дар икону преподобного Сергия, которая буквально вчера вечером на всеношном бдении в Троице Сергиевой Лавре мы приобрели и привезли сюда. Целую ночь она летела в самолете, а вот сейчас мы ее вручаем вам. Да как благословение великого молитвенника и печальника земли русской всякому человеку, тем более священнослужителю, священнику такой достоинства, как вы, отец Иоаким. Дай Бог, Христос, чтобы владыка, хранил вас Господь. Бог здравия святых на многое лето и душевного спасения. Спасибо, Господи. Ну вот, дорогие братья и сестры, еще раз всех с праздником. Да хранит вас Господь и Матерь Божия, а мы, призванные служить и молиться, будем всегда в своих молитвах поминать вас. А вы за нас молитесь. Так? Так, подходите сюда, а мы тут поместимся. Ну, сколько поместимся? Сестры, братья, проходите, все, общую фотографию сделать, потом с детьми. Давайте. Нет, вы, а то вас видать не будет. Вы как-то вперед. Или что, вперед с детьми? Ну давайте вперед, дети, становитесь, дети, вперед, быстрее, дети. Давайте мы сюда еще на один шаг сюда выходу приблизим, чтобы больше расстояния. Впереди, кто поменьше, впереди. Да. Ваня, становитесь. Вот. Ваня. Да. Так, Мирон где? Мирон. Давайте Мирона сюда. Давай. О. Мирон. Это кто? Мирон. Давай, Мирон, смотри туда. Вот, смотри, смотри туда. В объектив. Мирон, там мой интересный, да? Вот так. А что, а что? Мамочки захотелось. А смотри, смотри, какой вот это. Угу. Смотри, какая. Ну что? Так, ну давайте, кто? Все, кто еще отходите, ребятишки. Отходите. Все, давайте. Сестры. Старцы. Проходите. Что стоите? Не надо. Поздравляю вас. Что стоите? Маленькие. Быстрее. Жена. Так, ну давайте. Ну а вы что стоите? А они хотят отдельно. Угу. Может, откуда с той еще стороны? Кто не успел подойти, пусть отдельно подойдет. Кто не стоял еще с нами, давайте, подходите, Алексей, подойдите. Николай, туда, братья. Кто там еще? Виктор? Подходи. Костя, иди. А он не подходил, фотографировал. Иди тоже. На память. Я тебя поддержу. Пожалуйста. Поддержу. Иди, иди. Можно я? Нажимаешь до середины, потом дальше начинает срабатывать. Иди. Поближе, как будто там. Надя, поближе. Да, смотрите, чтобы все вместе. Ну, все. Все, подходите ко Христу. Подходите.
Так, как Христу, так подойти. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не отверг мне грешника, но удостоил мне приобщиться святынь твоих. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься при чистой твоих и небесных даров ты удостоил, но владыка человеколюбец ради нас, умерший, воскресший. И даровавший нам эти страшные жетрящие твои таинства благодеяния, освящение души тел наших и тела, чтобы они были не в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, просвещение, чей сердце моего в мир, в душе, в них моих сил, веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, в соблюдение заповедей твоих, умножения божественной твоей благодати, твоего царства, приобретения, чтобы сохраняемый ими во освящении твоем я всегда помнил милость твою, и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки и благодетеля. Таким образом, уйдя из вечной жизни, надежды на жизнь вечную, достиг и места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинная цель стремления, неизъяснима радость любящих тебя, Христе Боже наш, и тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне, за причащение пречистых и жетворящих твоих таинств. Молю же тебя, благой человек, любивый, сохрани меня под кровом твоим, тени крыльев твоих и дары нечистую совестью до последнего моего вздоха. Достойно причащайся святынь твоих прощения грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ, и тебе славу высылаем со Отцом и Святым Духом. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть твою добровольно, ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшие члены тела моего, сердце, суставы, внутренности, сердце, и сожги терни всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, посвяти пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред тобою. Всегда защищай, храни, береги меня от всякого вредного для души дела, и слово очищай, омывай, устрояй меня. Украшай, вразумляй и просвещай меня, яви мне твою обитель единого духа и уже не обитель греха, чтобы бежали от меня по принятии причастия всякие злодеи, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплодных, притечу твоего мудрых апостолов, сверхних твою непорочную чистую матерь, прими их молитвы, милосердный Христос мой. И сыном света соделай твоего служителя, ибо ты единый благое освящение, также сияние душ наших. И тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная, прощение грехов, да будет же мне это благодарение.
В радость, здравии, веселье, страшно же второе пришествие Твое слово, вы мне грешника стать справа, от славы Твоей по ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя, благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником пречистого тела и драгоценной крови Сына Твоего, но родившей истинный свет, просвети духовное очи сердца моего. Источник бессмертия, родившая, живи меня, умершленного грехом, милостью, боголюбящей, милосердие Матери. Помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение сердца моим, смирение мыслей моих и призвание к помыслам добрым. Когда пленен бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимать святыню пречистых таинств, но в исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей, ибо Ты благословенный и прославленный во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, и ковидисто очи мои, спасение Твое, ежесть уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.